Галыгин. Бросок к воротам. Ну вот. Да, здорово. Сверху Кулемин великолепно играет перед воротами. Вроде бы закрывал Рейдеборна, но Рейдеборн увидел. Вот, здесь, вот это довольно забавно. Здесь просто не разобрались у финцы. И в меньшинстве ЦСКА открывает счет в этом матче. Михаил Григоренко 1-0. Вот защитник сейчас уходит на скамейку. Ну и все. И Карнаухов бежит. Забирает спокойно эту шайбу. А Григоренко по центру спокойно бежит. Хмелевский побежал. Хмелевский как раз и находился с Григоренко, а он просто убежал от него. В общем, это 1-0. 15-й гол Михаила Григоренко в сезоне. Это гол в меньшинстве. ЦСКА вот так открывает счет сегодня. Так, но 2 минуты у Салавата Юлаева еще есть на игру в формате 5 на 4. Первая шайба Григоренко в меньшинстве в этом сезоне.